И сегодня мы продолжаем играть в училку-мучилку Миссис Ти и пройдем вторую главу. Но перед тем, как мы начнем, обязательно заглянем, какой процент смотрит мои видосики без подписки. Итак, это уже 62,4%. Мы стоим на месте. Ребята, как только станет 50%, я открою подписчиков на канале. Давайте прямо сейчас проверим, какого цвета у вас кнопка подписаться. Если же она серая, то лови пятюню, ты моя красотуня. Ну а если же она красная, то давай быстрее жмякай на нее, чтобы она стала серой. Это же совсем не сложно, ну а для меня приятно. И конечно же, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде смайлика. Попробуй их найти и напиши в комментариях тайм-код всех 4 смайликов. И возможно, именно ты попадешь в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки, и мы начинаем! Выбираем уровень и первый пранк. Поехали! Пошли вон отсюда! Не получите мой пирог! Надо вас потравить! Этот пирог для моего попсика, а не для вас! Ага! Училка-мучилка собралась пирог приготовить. Сейчас мы ей немножечко поможем. Мы же супер-пупер-помощники! И без нас училка навряд ли справится. Училка, сюда! Гости пришли! Кто же это может быть? Я так рано никого не жду. О, у меня еще пирог не готов. Не может быть. Это что, мой попс освободился пораньше? Или это не он? Сейчас проверю. Не переживай, училка. Это мы тебя отвлекли. Так, для этого пранка нам понадобится коробочка, сыр и пару крысок. Для начала возьмем сыр с холодильника. Сырок, какой же он вкусненький. Говорят, что мышки или крыски любят сыр. Не только они его любят. Я тоже очень люблю сырок, хоть я же и не мышка. А это моя вкусняшка. Да, кстати, ребятки, если вы хотите знать, чем я занимаюсь в реальной жизни, что я ем, какие мои вкусняшки или как я гуляю, подписывайтесь на мой инстаграм. Там я выкладываю фоточки и видео каждый день. Ссылочка на мою инсту в описании и в закрепленном комменте. Забираем мышеловку и сейчас гоу в подвал. Ведь где еще искать крысок? Конечно же, в подвале. Кажется, я все добавила в свой пирог. Ничего не забыла. Хотя нет, соли добавить надо, а то сахара переборщила. Воу, сколько вас? Я думал, тут парочку крысок, а тут целая стая. Ну что, крысят, кушать подано. Пора пранкануть училку. Идите сюда, сырочек вкусный. Как пахнет. Я надеюсь, свеженький. Хотя это не точно, надо училки спросить. Вот так вот, заходите, не бойтесь. Отлично. И сейчас посмотрим, сколько нам их попалось. 1, 2, 3, 4. Супер! Забираем коробку и гол на кухню. Только надо пошевеливаться и успеть положить крыс в духовку, пока училка свой пирог туда не положила. Она уже близко. Эй, училка, сюда, мы тут. Ах, это ты? Что ты тут делаешь? Ты мне мешаешь сделать мой пирог. Не злись, училка, лови тортик. Он будет повкуснее твоего пирога. Ха-ха. А сейчас гол на кухню. У нас не так много времени. Я доберусь до тебя. Ты испортил мою любимую кофточку. Открываем духовку. Давайте, залазьте. Вот так, супер. И закрываем духовку. Наш сюрпризик готов. Сейчас гоу отсюда, пока училка нас не заметила. Надо поставить пирожок на 5 минут. О, нет, нет, это крыса. Помогите, отстаньте от меня. Нет. Ха-ха-ха, пранканули мы тебя. Следующий пранк, время соревнований. Гоу. Я слышала, к нам в город приедет какая-то известная группа. Только не помню, какая. Хотя не важно, они устроят конкурс. Я обязательно должна выиграть его. Так, надо посмотреть, когда он будет проходить. Завтра? Отлично, у меня есть время подготовиться. Я буду самая лучшая. А я и не знал, что училка петь умеет. Хотя надо послушать, может и не умеет. А ей так просто кажется. Сейчас мы все проверим. Да, кстати, ребятки, вы у меня спрашивали, как открыть уровни в игре и почему у меня полно энергии. Открою вам секретик, все легко и просто. Я скачала эту версию училки у Бэгги Джо в ВК, в группе. Если хотите также поиграть, зайдите в группу ВК Бэгги Джо и тоже скачайте. Ссылочка в описании и в закрепленном комменте. Загляни. Открываем окно. Готово. И заходим в дом. Так, чтобы это сделать, чтобы помешать училке выступить, надо подумать. Сейчас полазим, может что-нибудь найдем. Блин, какая-то стрёмная комната пыток. А тут она шокер. Забираем его. И гоу отсюда, а то у меня в этой комнате мурашки бегают. Какой прекрасный день, день прекрасный. Все, я готова. Мне без репетиции можно выступать. Да уж, училка, а ты петь, оказывается, умеешь. А вот рэпчика зачитать можешь? Наверное, нет. Училка, мы тебе поможем выиграть соревнование. И заодно испытаешь свой шокер. Забираем клей и назад к микрофону. Ух, как я прекрасно пою. Мне первое место обеспечено. Все, готово. Гоу отсюда. Открываем окно и пролазим. А может мне рэпчика зачитать? Вот это же сейчас модно. Да-да, училка, попробуй. Я Миссис Ти по кличке Колоти. Прозвали так меня ребятишки, потому что они воришки. И я красотка первый класс. Кто не верит, тот получит глаз. Пранканули.
Следующий пранк – суперклей. Поехали! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Алло, алло. Приветики. Кто это? Не слышно. Говорите громче. Приветики, говорю. Что? Вас не слышно. Привет, говорю. Ты чего орешь? Ой, прости, моя тыковка. Собирайся, я заеду за тобой в 5. Окей, мой пупс, я буду неотразима. Так, чтобы это одеть? Вот, блин, забыла спросить, куда мы поедем. Хотя неважно, мне нужно выглядеть на все 100 и даже на 1000. Для начала надо сделать маску для лица. А это хорошая идея, и мы тебе поможем ее сделать. Да ладно, там кто-то в дверь звонил? Или мне уже показалось? Неужели кто-то приехал? Я же совсем не готова. Так, мы отвлекли училку, а сейчас надо попробовать пробраться в ванную. И немножечко усовершенствовать ее масочку. Мы возьмем молоточек вот так вот и открываем окно. Все легко и просто. Прыжок и гу в ванную. Иду, иду. Кто бы там ни был, не уходите. Я почти дошла. Ха-ха, пока училка, училка. С одного конца дома доберется до двери, посинеть можно. Но это нам и на руку, чтобы спокойненько сделать все, что мы задумали. Так, мы взяли автозагар и сейчас надо идти в другую ванную. Да, кстати, ребятки, мы этот уровень уже проходили в предыдущем видосике про училку. Можете посмотреть и сравнить, какой прикольнее получился. Кто тут? Пупс, это ты? Что-то никого не видно. Надо бежать быстрее, прихорашиваться. У меня осталось так мало времени. Эй, училка, ты походу залипла. Так, нам осталось еще взять клей. Забираем и сейчас го в ванную. Блин, что-то я забыл. Точно, я автозагар оставил на столе. Возвращаемся, его надо обязательно забрать. Да как так? Вот моя башка. Забираем, все, вот сейчас можно бежать в ванную. Го! Заходим, вот так быстренько, заливаем клей немножечко и автозагарчика. И училка может спокойно рэпчика зачитать, который она придумала. Ха-ха! Кто на свете всех милее? Ой, всех румяней! О нет, а что это за пятна? Больше дешевую маску покупать не буду. Но ничего, сейчас мы все исправим. Надо полтонны тоналки, вот так, и никто не заметит мои пятна. И еще чуть-чуть, отлично будет. Мой пупсик, я готова, как всегда, неотразимо. А, нет, я машину забыл припарковать. Блин, опять что ли с тоналкой переборщила? Но совсем чуть-чуть. Ха-ха-ха, пранканули мы тебя. Следующий пранк — интернет-покупки. Неужели этот костюм в продаже? Я целый год его ждала. Это просто эксклюзив. Надо быстрее его выкупить. И если я его куплю, то никому не помогу. А это я люблю. Ха-ха-ха. То, что надо. Ага, училка собралась выкупить какой-то суперкостюм. И она не любит благотворительность. Но ничего, мы ее сейчас проучим и научим помогать. Ну что, поехали. А для начала проберемся в комнату. Открываем окно и проходим. Ой, что-то я засиделась за компом. Надо косточки размять. Интересно, каким же это образом училка будет себе косточки разминать? Я вот люблю бегать, это мне хорошо помогает. Разминаться. Да, кстати, ребятки, у меня есть второй канал на английском языке под названием Локи Бобо. И все, кто хочет подучить английский, залетайте в гости. Ссылочка на канал в описании и закрепленном комменте. Вот так? Сейчас задам жару. Ничего себе! Вот это круто! Как училка танчит умеет! Прям профи! Училка, ты, наверное, пить хочешь? Иди сюда, мы тебе коктейльчик приготовили! Ой, сейчас надо передохнуть и чего-нибудь попить! Что-то в горле пересохло! И заодно проверить свой заказ! А вот заказ свой проверять не надо! Ты для начала попей коктейльчика! А мы заказ твой сами проверим! Это наш план! Только для начала надо узнать пароль компа! А он у училки на карточке написан! И наша задача его забрать! Ох, неужели я дошла? Уже ноги отваливаются! Где же мой чаек? Какой ароматный! С мятой! Пей-пей, до конца, давай! Что? Мне что-то мерещится уже! Или тут кто-то есть? Училка, привет! Сколько пальцев видишь? Один или два? Эй, ты чего, училка? Бредишь уже! Так, забираем карточку, и у нас не так много времени. Гоу! Так, где же этот комп? Сейчас надо ввести пароль. А пароль у нас паук! Получилось! И сейчас купим ей детский костюмчик и чуток скинем на благотворительность. Готово! Училка так обрадуется, когда узнает. Ха-ха! Ну как училка храпит, прям стены трясутся. Пора вставать, тебя ждет сюрприз. Так, походу придется немножко подождать, пока училка выспится. О, я что, заснула? Сколько это времени прошло? Я, наверное, все проспала. Сейчас посмотрим, обработали ли мой заказ. Что? Нет, серьезно? Это какая-то ошибка. Нет, нет, нет. Как тут все исправить? Этот интернет? Нет, посылка отправлена. Не может быть. Какая благотворительность. Пранканули миссис Ти. Следующий пранк — ужин. Алло, да, мой
мой пупс. Привет, моя тыковка. Приготовь мне сегодня свою лазанью. Супер лазанью, как в прошлый раз. Да, конечно, дорогой. Я через часок буду. Конечно, жду не дождусь. А? Что же делать? В прошлый раз я заказала лазанью в магазине. Сейчас я не успею ее купить. Так, хватит паники. Приготовлю все сама. Это же легко и просто. Конечно, легко и просто. А мы тебе поможем украсить твое блюдо. Для этого пранка нам понадобится совсем немножко червячков. Гоу за ними. Посолила, поперчила. Ничего сложного. Ой, я походу пересолила. Ладно, и так сойдет. Берем молоточек, готово. И открываем доски. Так, заходим в дом. Почему это я всегда должна готовить? Ведь я не умею этого делать. Надо признаться своему пупсику. Хотя нет, надо его заставить готовить. Да-да, училка, пора признаваться. А то покупаешь еду в магазинах и говоришь, что сама наготовила. Врушка, училка, так нельзя врать. Стой, это ты тут бегаешь? Я тебя поймаю. Ты забрал мои специи. Отдай быстрей. Ха-ха, да-да, специи. Мы их добавим в твое блюдо. Это мое блюдо, не трожь его. Ты все испортишь. Я сама должна все приготовить. Хотя там и портить уже нечего. Куда ты подевался? Ладно, некогда мне тебя искать. Моя лазанья сгорит. Надо быстро бежать на кухню. О нет, походу я чувствую запах гари. Ха-ха, училка пересолила, подпалила свою лазанью. Короче, сделала супер-пупер ужин. Может и не надо нам его украшать? Хотя надо. Мы тогда спасем ее муженька, и он не отравится. Да, походу училка даже не спешит на кухню. А нам надо, чтобы она пришла первой и достала свою лазанью на тарелку. Только тогда получится этот пранк. А если добавить червячков раньше, то все перемешается, и они даже не заметят, и все так слопают. Так, ну где она там лазит? Непонятно. Училка, твоя лазанья уже сгорела. А тут тоже червячки? Не понимаю. Училка, что их правда в готовке используют? Ну прям один в один. Посмотрите. Вот прикол. Ой, какой вкусный запах. Наверное, все уже приготовилось. Ну правда, немножечко гариным пахнет. Но ничего, мой пупс даже не почувствует. У него же был насморк. И я все-таки умею готовить. Сейчас надо попробовать свое супер вкусное блюдо. Попробуем. Как же невкусно. Но ничего, и так сойдет. Ха-ха, а училке все и так сойдет. Ну правильно, она же есть не будет. Давай уходи оттуда, училка. Нам надо приукрасить твою лазанью, чтобы она еще была не только ужасно невкусная, а еще и ужасно красивая. Го в комнату, а через нее на кухню. Хотя стопэ, походу училка сюда идет. Го обратно, пойдем в обход. Сейчас посмотрим, где она. Что-то ее совсем не видно. Кто тут лазит? Иди-ка сюда, поймаю тебя. Ты мне не испортишь мой ужин. Уу, убегаем. Тише, тише, училка, не бесись ты так. Украшаем лазанью и валим. Нет-нет, я его потеряла. Где же он делся? Ничего, ты мне попадешься еще. О, мой пупсик приехал. Иду, иду. Как ты и просил, моя суперская лазанья. Зацени, мой пупс. О нет, сама ее ешь. Это не черви. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи, пранканули миссис Ди. Ребята, если вы хотите быстрее продолжение этой игры, оцените этот видосик. И как только мы соберем 50 тысяч лайков, я сниму новенький видосик. Если вам понравился видос, поделитесь этим видео с друзьями. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, что мне пишете. Я это очень ценю. А на этом все. Всем пока-пока!